Сегодня мы выполняем чип-тюнинг Mitsubishi Outlander. Вот у него такая проблемка, короче. Катализатор развалился напрочь. Там не катализатор, а, короче, катализатор стал в виде женской манды небритой. Вот. Вот он так стал выглядеть замечательно. Вот. Ничего не напоминает. Вот. Короче, его выбили. И сейчас уже будет Евро 2 с тюнингом. Будет отжигать. Скажи, чтобы нас